Рев моторов, взрывы, беззаконие – это кросс-аут. Чумовой экшен в мире после апокалипсиса. Хочешь стать королем пустоши? Собери уникальную тачку из любых деталей. От колес с шипами до генератора невидимости. Уничтожай врагов ракетами, бензопилами, плазмоганами. Брось вызов другим игрокам в мясных сражениях. Собирай ресурсы в рейдах, зарубах с боссами и миссиях в открытом мире. Найди таких же психов и создавай клан отморозков. Качай кросс-аут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Добрый день, друзья! Сегодня февральский обзор цен Opel Zafira и Meriva. Opel Zafira 2008 года, 1.7 дизель, механика, цена 3650. Opel Meriva из Германии, 2005 года, 1.6 бензин, механика, цена 2150. Opel Meriva тоже из Германии, 2007 года, 1.8 бензин, автомат, цена 2600. Opel Meriva 2009 года, тоже из Германии, 1.7 дизель, механика, пробег 198 тысяч, цена 2650. Opel Meriva 2006 года, 1.4 дизель, механика, цена 1600. Opel Zafira из Франции, 2004 года, 2.2 дизель, механика, пробег 232 тысячи, цена 1850. Opel Meriva из Франции,
2012 год, 1.3 дизель, механика, пробег 135 тысяч, цена указана 4400, отдают за 3900. Opel Zafira 2006 года, дизель 1.9, механика, пробег 270 тысяч, цена 2300. Opel Zafira из Франции 2009 года, 1.7 дизель, механика, цена 3500. Opel Meriva 2006 года, 1.6 бензин, автомат, цена 2350. Opel Meriva из Германии 2007 года, 1.7 дизель, механика, пробег 158 тысяч, цена 2100. Opel Zafira из Германии 2001 года, 2 литра дизель, механика, цена 1500. Opel Zafira 2003 года, 2.2 дизель, механика, цена 1100. Opel Zafira 2008 года, 1.6 бензин, механика, цена 4500.
Opel Zafira 2004 года, 2 литра дизель, механика, кожа, цена 1800. Opel Meriva 2005 года, дизель 1,7, механика, цена 1900. Opel Zafira 2001 года, 1,8 бензин, механика, пробег 280 тысяч, цена 1600. Opel Meriva 2004 года, бензин 1,6, механика, пробег 135 тысяч, цена 2150. Opel Meriva из Франции, 2007 год, 1,3 дизель, механика, пробег 155 тысяч, цена 2150. Opel Meriva 2004 года, дизель 1,7, механика, пробег 187 тысяч, цена 1770. Opel Zafira 2007 года, бензин 1,6, механика, цена 3150. На этом обзор Zafir и Meriv закончен. Смотрите нас. Кто не подписался еще, подписывайтесь. Если интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго. До следующих обзоров.